Ребята, всем привет, вы на канале Pop Fan 2 Машинки. Сегодня мы играем в Hill Climb Racing. Да, продолжаем проходить кубок. Так, у нас есть 9567 монет. Может даже получится улучшить мотоцикл. Что бы нам улучшить, а? Давайте пока ничего не будем улучшать. Попробуем прокатнуться, наказать соперников. Если это получится, то, наверное, пойдем дальше. Если не получится, то придется все-таки нам еще что-то улучшить, ребята. Так. Либо попробуем взять машиночку прошлую. Так, предыдущую машинку возьмем. Она более-менее немножечко прокачана. Вроде как, не знаю, мощнее, не мощнее мотоцикла. Быстрее или нет, но попробуем ее взять и прокатиться на ней. Ну, пока что нет в ней необходимости, ребята, видите, да, мотоцикл сделал свое дело, в принципе, приехал. Ничего себе, чувак, это на танке. Еще и перевернулся, ну, как бы уже не важно, он за финишной чертой перевернулся, и это не имеет значения, там уже техника не управляется. Что такое? Ой, ребята, вот здесь опасно. Ой. Ах ты, никто не может заехать, представляете? Танк что-то пытается, конечно, но, ребята, никто не заехал. Я в итоге первый сообразил, что нужно дать немножечко назад и набрать скорость. Я пока что лидирую. Это хорошо, это здорово. Так, второй заезд. И постараюсь взять первое место, тоже первое место занять, ребята, все-таки я хочу. Есть, все, наконец-то, коровки, привет, муму, да. Все доехали? Ага, все доехали. Так, отлично. Отличненько, поехали. Поехали, третий заезд. В принципе, если даже вторым доеду, то ничего страшного в этом не будет. Ай-яй-яй-яй, заехал. Отлично. О, танк, ты меня пугаешь. Я надеюсь, ты не стреляешь. А то ведь можешь, не знаю, задеть мой мотоцикл. И все. Пиши, пропало. Так, пока что все нормально. Я еду. Первый. Чуть-чуть бы и перевернулся. Чуть-чуть бы и нырнул. Так, давайте посмотрим, все ли доедут. Мне просто интересно, как они там этот участок будут проезжать. Да, все доехали. Нормально. Так, 9 очков. Ай-яй-яй-яй-яй. Тут сундук у нас даже какой-то золотой появился. Такой средненький, похоже, да? Ладно, поехали. Серебро, кубок, продолжаем. Не, все-таки давайте-ка попробуем покататься на суперджипе против соперничков в режиме серебро 2. Мне просто интересно, насколько джип мой хорош. Я ж его вроде прокачал так неплохо, да? Там даже до 6 уровня у нас характеристики есть. Так, смотрите. Нормально еду. Все пока у нас получается. Все здорово. Кстати, надо было поменять немножечко там колесики. По-моему, мне новые выпали на мотоцикл. И еще что-то новенькое для чувачка. Одежка какая-то вроде бы есть. Выпала из сундука. Надо будет сейчас зайти посмотреть. Так, второй заезд. Идеальный старт. Поехали. Так, Ванюш у нас второе место. Пока идет вторым. Так, с Ильей они что-то меняются постоянно. Так, есть. Ай, не перевернулся, здорово. Кто ж там второй-то? Ага, Илья перегнал. Ванюша в итоге у нас вообще не доехал. Он перевернулся где-то. Так, эх, Ванюша. Так, идем дальше, ребята. Так. Поехали, наверное, оставим все как есть. Не будем улучшать дальше джип. Смысла не вижу, ребята. Вроде бы пока едем, все нормально у нас получается, да?
мощности хватает против таких соперников в этом кубке. Так, серебро 2. У нас дальше вроде должно... Я что-то не уверен, конечно. Ну, думаю, что все-таки у нас дальше идет золото. После серебро 2 у нас открывается, наверное, все-таки золото. И наверняка в конце самое последнее задание у нас будет какого-нибудь ниндзю обогнать. Не знаю, не уверен, но думаю, что с каким-то боссиком нам придется потягаться все-таки. Так, Биг Дэдди, большой папочка. Ага. Это прям как из игры Ой, мультиплеер. Ах, ребята, не потонуть. Так, смотрите, никто не утонул. Эй, Гейбо, ну-ка. Стоять, бояться, я первый должен ехать. Опа, есть, Биг Дэдди пытается догнать. Кстати, у него тачка такая же, как у меня, да, вроде бы. Ну, по крайней мере, похоже, может, не такая же, но похоже. Нет, наверное, все-таки такая же. Наверное, все-таки такая же. Да, такая же, ребята, только цвет другой. Угу. Так, хорошо. Первый приехал. Третий заезд. В принципе, если даже вторым доеду, то должен повысить ранг. А, чувачки, дайте мне ехать-то нормально. Не обгоняйте меня. Я должен первый приехать в любом случае. Ладно, могу и вторым приехать. Но не в этот раз. Биг Дэдди что-то у нас сопротивляется, все пытается меня обогнать. Коротышка-то, не получится у тебя это сделать. Потому что я мастер езды. Опа, все. Кувыркнулся опять, защита у меня слетела. Так, здорово, превосходно, класс. Да что ж такое-то? Сколько ж у меня этот будете пихать-то перерывчиков на рекламу? Так. Ребят, тут у нас что-то новенькое. Друзья, что-то, ребята, вызовы какие-то. Еженедельно, ежедневно. Вызов окончен. Итоговое место. Пригласите друзей. Что такое? Что происходит? Главная дорога. Да что ж ты будешь делать? Нужно добавить друзей, похоже, чтобы... соревноваться, да? А вот здесь вызовы. Что-то мне даже интересно стало. Вот дорога выемки Монопатра. Слушайте, давайте-ка прокатимся. Смотри, на каком-то колесике нам нужно ехать, еще и держать в руках. Что там в руках-то у нас? Кока-кола, что ли? Монопатра, сори, чувих. Я вообще впервые еду, поэтому... могу сложиться. Что и произошло, смотрите. Повтор. Мне просто интересно. Эй! Все что ли? Все? За кристаллики дальше можно вызовы производить, что ли? Эй, что за дела-то, ребята? Не могу больше. Давай этот режимчик попробуем тогда обогнать. Кого там обогнать-то? Какого-то. Ух ты, ребята, а он проехал. Эх. Чё-то я отстал. Я надеюсь, всё-таки у нас будет возможность его догнать. Нет, не будет возможности у нас догнать. В самом начале у нас такая неприятная штука была, да? Что, где я... Если б я знал, в принципе... как нужно было там сразу проезжать, я бы, наверное, притормозил. А так пока не получается. Ладно. Теперь вряд ли мы его догоним. Хотя бы до финиша доехать. Посмотреть, что в итоге-то там у нас. Опа, что в итоге-то? Ничего тут у нас нет в итоге. Смотрите. На 9 секунд позже приехал. Угу. Очуметь. А это что, туннели какие-то? На скутерах, смотрите, давайте проверим тоже. Ниндзя, стой ты, здесь опасно, кстати, разгоняться. Можно головой удариться. Опа,
А я, по-моему, идеальнее. Ой-ой-ой-ой-ой, это что сейчас было-то? Вот это нырок сейчас был. Чувак, ты не туда смотришь. Вау! Ого! Здесь так, что ли, нужно проезжать? Вот это финтики тут у нас. Вот это задумка, ребята, да? Все, отстал, кажется. Ладно, до финиша бы доехать как-нибудь. Ого. Так, ну топливо-то мы возьмем. Это не проблема. И финиш. Ай, к сожалению. Тоже 9 секунд отрыв. К сожалению, не смог. Очуметь. Очуметь. Так, ну... Что, ребята, давайте на этом пока остановимся. На этом остановимся. Не, подождите, остановимся. Давайте вид изменим. Машинка, так, мотоцикл. Что-то у нас новенькие колесики должны... Во, смотрите, колесико, новенькое колесико. Так, покрасить. Зеленый неплохо смотрится. Так, оставим. Так, головной убор нашего чувачка новенькое что-то. Так, лицо поменяем тоже. Ай-яй-яй-яй-яй, что бы тебе, давайте-ка рубашечку от девки. От девки, нет, торс пацановский оставим тогда. Так, классический, ну ладно, вот эту оставим. И вот, вот эту шапочку дай. Угу, хорошо, готово. Так, все, отлично, ребята, дай. Ну... Все, на этом тогда все. Остановимся, ребята. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, делитесь этим видео, ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи и увидимся в следующем выпуске. Пока-пока.